спокойно, у меня башня сама крутится. Понятно. Воюем, ты не пойми. А ты на танке решил? Да, решил покататься. А, вот вы где, вот вы где. Заебись. А сейчас я вас увидел всех. По яйцам. Ну все, я теперь нормально, как за снайпера играю. Вот один раз умер. Я была. Бля, ты какой? Блять. Убили! Убили моего командира! Было не высовываться. Так, надо, может, сесть по-нормальному. Это как-то у меня убили всех. Но сесть по-нормальному никогда не поздно. Вот это быстро нас сделали. Так, ну я вылетаю на самолете, в принципе. Все. Исход боя. Заранее уже угадан, да? Так, 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 так. Нормально, успел, успел, успел. Успел. Интересно, если я мышку резко так двину, а он мне петлю сделает. Куда вышел-то, блять? Куда ты вышел? Вау. Я нашел парашют. Использовать. А нахера он у меня вышел на тесном время боя? Из парашюта. Самолет вижу чужой. Падает. Угу. В первый раз, сколько играю, вот, парашют использовал. А то, что я высадился хер знает где сейчас, а я буду бежать оттуда или нет? Или меня сейчас автоматически сяду, меня убьют? А, Макс, походу у тебя микрофон отошел, я не знаю. Я не слышно. Нет, тебя перекинь в ближайшую точку. Вау, успешно прыгнули. Зашибись. Я прыгнул успешно. Прыгун. Блин, я просто один раз вылетел, никого не убил, выпрыгнул с самолета зачем-то. Это Стэтхэм. Стэтхэм. А-а-а. Так вот откуда начинаю. Интересно. Так. В самолете все зависит от винта. Как прыгать-то? Блять. Это быстро было. Как самолет может сесть вот этот? Здесь какие-то самолеты есть? Я не понял, как в них сесть можно. Да, букву F нажимаешь и мышкой заводишь колесиком. Вот сейчас я сделаю.
Техника сломана. У нас есть какие-то диверсанты, походу. F. Матер. Техника сломана. Ну, вот пидорас какой-то, а. И зачем технику сломала? Кто ты сделал? Не ты ее делал, не тебе ломать. Ну. О, вошел. Как завести? Ё-моё. А в летаках? Еееп. Ну, вот как бы... Главное, я понял, как все сломали технику, потому что никто не знает инструкцию по эксплуатации. Руководство пользы. Это вау! Паривание самолетов. Так, ладно. Ну что-то мы по точкам-то проигрываем. Охуели. Седают они, бля. А, у меня даже гранат нету. Я летчиком убил больше, чем я на самолете убиваю. Ты меня убил? Да уж. Что-то я надо будет точку поставить в бункере. Там пацаны побежали в бункер. Отлично. А почему я не могу ни одно? Ни одно выбрать? А, все, понял. Так, идем, штурмуем бункер. Ожидание в очереди. Почему я в очереди? Для вы. Оп. Не понял. О, понял. Я огнеметчик. Я, мать вашу, огнеметчик. Куда ты там, блядь, побежал? Нихуя себе. Ладно. Сейчас посмотрим, какой он там водонепроницаемый. Зука, как тут забраться наверх? Не нужна лестница. Так. О, у меня немец осматрит. Лестница в ней, куда? А пулемет это тут нет, блять. А, он устроится. Нахуй тогда нужно. А, че, бежал? А? Блять, вот это пиздец, отпиздечили меня как щенка ебаного. Малолетнего. Кто там лупит из какой-то хуйни, блять. Кто там точку-то зажимается? Никого нет. Там стоит пушка. Что за... Я в кого-нибудь попаду? Я вообще в школе заучился по стрельбе-то, блять, или нет? А, убил. Блять, их там дохуище просто. Угу. Вот вы во флежу и траханые. Чё, щайн? А, сорян, свой, понял. Согласен. Фаер. Так, они там точку, пидор, где-то поставили. Пойду разведаю. Ты шо там?
Придумал. Это ход с конем. Это ход с конем. А, вот так даже не решил, понял. Я так понял, когда у меня чувак выпрыгнул с самолета, он мне больше не доверяет самолет. О, всяко лучше, чем никак. Что за паркур? Паркур, паркур. О, а там танк у них. А у меня что? Да ничего. Бля, куда этот ебаный танк делся, сука? За домом, по-моему. По-моему, все там же за домом. Сейчас я такую... куда-то по съему дал. Такую варить. Точку он поставил. Сейчас такую точку. Как там ставить точку-то? Все. Блять, поставил точку! Он танк, 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 танк. Да нету до него добежать. Свои, не свои. Нормально, нормально. Сидим здесь, охраняем. Еще лупит, блять. О, сука, еще один танк, блять. Пидорский танк, сука. А как тут? Неудобно-то. Ой, хорошо, ой, хорошо. Ой, блять, столько вышел. Упанула артиллерия. У меня тут школа ремонта. А я видел тебя. Просто убивают. Просто убивают. Так. Я пока не понял, почему я до сих пор здесь один. Это хороший вопрос. А побежал, побежал, все, побежал. Ой, блядь. Это, видимо, бот. Вот это быстро, вот это быстро было. Блядь, где лопатка, где лопатка? Где-то там снайпер, сука. Они с моей стороны тут все. Да, да, вижу, вижу. Там дохуя. Тебе не выжить. Да. Сука, еще и точку сейчас сломали. А, пидорасы. Ну, наконец-таки мне дали самолет. Ох, ля. Ой, ля. Ой, ля какой. Ой, ты смотри, ля какой летит. Бомбардировщик, скажи, наверное. И там хотят поставить, видимо, эту точку. Чтобы с фланга нас атаковать, сучары. Как? Понятно. Но папка знает, что делать. Второй раз я убиваю самолет. Самое главное, вот этот, не прыгай, пока летишь. Стараюсь. Я не знаю, как это выходит. Это машинально. Это чувак, знаешь, пересмотрел супергеройское кино всякое. Он такой, да я сейчас вам. Сейчас я тоже полетаю. Посмотрим, что выйдет за это. А, опять у меня астматика.
А, вижу, вижу. Короче, никого не тут. Ну так, нехило, нехило напугал. Ну ща я вам выйду, я вам выйду. Поебан. Я прям вам. А, что вы? Не ожидали? Я тоже не ожидал, на самом деле. Ребят, поджечь. Ты хочешь дубль 2? Я тебе сделаю дубль 2. Это все, что ли? Плохо. Снайпер. Снайпер. Сейчас выбегай не в ту сторону. А, блять, они пидоры обходят. Вот откуда воюю. Вот откуда воюем. Скрылся, а? Бля, ты скрылся. Ладно, один хер, не один. Нихуя ты с базукой бегаешь? Я до этого бегал с базукой, да? А, да, я с базукой. А нас обошел этот, прикинь? Бля, какой? Огнеметчик. Блять, патронов нет. Нахуя я нужен здесь снайпером, если я в ангаре сижу? Блять, просто их вообще как-то в духу ищу, и мне кажется, блять. Да? А я чуть ни одного не вижу. По флангу, суки, с левого фланга хотят обойти, блять, спидер, ёбать. Да. Кого, блять, стрелять? Какой ст... А, вижу, 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 понял, ага, убили, понял. Бля, ты как... Сколько там народу-то, а, в отряде? Что ж, злой? А? Хорош. Суки. О-о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 
Давай. Я вылетел, я понял. О! Попал? Кого-то попал. Попало. Меня. Убили. А я двойное убийство сделал там. О! Тетенька. Мы вообще победили. А, все. Слезаем с самолета. Как я умею. А что-то у них не танков, ничего нет, да? Они как-то решили. Они решили мацей. Биомацей, блять. Ну что ты начинаешь, да? Я бы хотел выложить это, а ты вот. Бегу на помощь. О! А? Подел в тачку. Такой подвиг. Да, да. Подвиг сверху. Да что там?
кто там пишут-то постоянно? Пишут. Ага, ну не один такой, видимо. А, 57 секунд, все, нормально, сейчас мы сделаем. Сейчас сделаем, все, да. Я понял как. Молодцы, хлопцы, собрались, дали пиздов. Так, почему я опять с бутылкой бегаю? Я что, уже отмечать пошел? Коктейльчиком. Жестко я это кинул. В одного чувака, кто там стоял на коленях, еще бутылку накинул. Набутылил. Я бегу. А свой, сорян. Я что-то в тебя в упор стреляю. А я думал, ты не наш. Нормально. О, запал попадал. 3, 2, 1. Где они все? Пули казённые стратили. Я часть боя не понимал, откуда враг бежит. А на этом у нас все. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки, а также пишите свое мнение в комментариях. Наш канал только набирает обороты, и мы поставили перед собой цель набрать 1000 подписчиков. До новых встреч!